О, что это? Что будет, если я кину это в коробку? Боже, это был кошмар. Благо, что это был только сон. Я почти доделал свою машину. Осталось немножко. Проверим. Сделал. Да, она работает. По моим расчетам, любая материя сможет попасть через нее в другие миры. Похоже, все в порядке. Попробую я сам пройти через этот портал.